Машина была 4 числа поставлена в ремонт. То есть, собственно, как она доехала по МКАДу, вот так сразу была поставлена в ремонт. Машину не мыли, потому что не было возможности двигаться, то есть как бы ее сразу затащили и поставили на подъемник. Значит, что я хочу показать, вот чем поливают наши дороги. То есть вот все бока машины, машина не мытая, покрылись вот такими, как можно сказать, разводами. Даже не разводами, а как в школе растили кристаллы, также вот и вся машина покрылась вот такими вот кристаллами. Также вот на порогах лежат. То есть вопрос просто, это просто химия или это та же соль? То есть, потому что говорили, что закупили какие-то гербициды и так далее. На машине никак не отражается, это не соль. Вот, но если посмотреть вот внимательно, то видите, да, машина вся расцвела. То есть со всех сторон она цветет в этой соли. А так как мы помним уроки химии или физики, я уже не помню, где мы растили эти кристаллы, то это очень похоже на соль. Вот весь бок. Ну, с одной стороны, собственно, и со второй. Сейчас попробую резкость навести. Вот они растут. Отсюда вопрос, чем все-таки покрывают дороги, песком, солью или реагентами, непонятно. Потому что я говорю, что машину помыть возможности не было. Вот, и она, простояв 2 дня в ремонте, зацвела вот такими вот солевыми цветочками. Все, спасибо.